Баширов, он поднял соперника в стойку. Но одновременно, правда ради, Башир не сторонник партера, все бои он проводит в стойке. Поэтому, конечно, он и поднимает. Ох, какая интересная развязка. Смотрите, какой филигранный удар, по сути, в падении. Каман Георгиев догнал Башира. Он еще не оказался на полу, но... Да. То есть спортсмен не находился в партере.